скорость вращения обычного коллекторного двигателя для вызываемой силы чаще всего непригодна для практического применения. Для того, чтобы снизить скорость и повысить усилие, применяются индукции. Вот только где взять подходящий индуктор? Ключ такой, чтобы он подошел к имеющейся двигателю. Компания Innovative Stainer выпускается, которая решает двигать небольших модулей, состоящих из нескольких двигателей. Рассмотрим мотор индуктор ЕБО-220М. Электромотор постоянного тока с индуктором 1,130 с пластиком крепления. Предназначен для совместного использования с оконечными платами Innovative Expert. Построение системы катализации. Его отличительными особенностями являются малошумящий двигатель, питание 3,6 вольт, понижающий редуктор 1,130, крутящий момент 1,9 килограмма сантиметра. Следует также отметить совместимость с платой ESX-DCM2, возможность замены мотора и наличие на пластиковом крепления впрессованной гайки М4, которая позволяет быстро адаптировать ваше устройство для использования данного мотора. ЕБО-2-120М может с успехом применяться в небольших роботах, станет отличной основой для разнообразных самоходных игрушек и будет хорошим выбором для использования в других приложениях на катализации.